Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Diablo 4. Продолжаем игру. Так, вчера мы там остановились. Квест у нас еще первого акта до сих пор. Хотя здесь открытый мир, и в принципе тут можно вообще любой акт всегда перейти, в какой захочешь. Не обязательно выполнять прям все подряд. Так, ну у нас что? У нас вот сюда, я так понимаю же, да? Да, покров Харадримов именно вчера на этом месте. Блин, я вот все хочу вот эту штуку сделать. Ювелиры могут изготавливать самоцветы, извлекать их из гнезд, а также добавлять гнезда в предметы и улучшать украшения. Это первое, что мне хотелось попробовать. Естественно, варвар мастер боя надо, блин, пройти бы. И где тут, ну тут так не получится. В Киавашаде там у нас пойдем в Киавашад, сходим. Это типа пройдем сейчас быстренько самоцветы, посмотрим. И мне еще рассказывали, что есть там какой-то хрен. Он тоже не открыт, он с начала игры. Где-то вот здесь вот он, да, вот тут, по-моему, это вот он. Он вот оно и есть. Да, культист, по-моему, у него. Никакого колдовства. Блин, вот здесь можно магия улучшить охрененно свои мечи, как-то там что-то им добавить, но я вот хер его знаю, как это все делается. Как-то то ли аспектным, то ли какой-то кодекс силы, блин, но это друид. Но опять же, ты же видишь, не можем мы сделать, потому что у нас не хватает материала. Чтобы были материалы, надо разбирать предметы, но это не то. Как-то аспект, по-моему, надо найти. Короче, тут можно сделать нормально улучшить оружие. Ну ладно. Как-нибудь мы к этому еще вернемся. Так, это у нас что? Так, создание самоцветов, да. Расскажи мне о создании самоцветов. О, вижу, у тебя глаз наметан. Хм. Лучшего огранщика, чем я, не найдешь во всем санктуарии. Приноси необработанные камни, и я сотворю чудо. Сам увидишь. А у меня что-то необработанное, по-моему, есть. Так, это изготовить самоцветы, да? Здесь у нас извлечение, добавление гнезд. Я не могу это применить. Thank you.
Какая жестокость. Мне нравится. Проследите, чтобы кухня была готова к утру. Слава ангелам! Ты вернулся! Преподобной матери надо об этом услышать. Но она сейчас в Корваларе. Тебе туда. Все происходит так, как предсказал Инарий. Вскоре он сможет сбежать из санктуария и вернуться к себе на небеса. Ой, блин, сори, ребята, сори. Нажал, главное, выключить микрофон, он почему-то не отключился. Прошу прощения. Так. Ну и, собственно, возвращаемся мы, получается, к вчерашнему квесту, да. Да разберу я его, наверное, тоже. Нафиг он мне не нужен, таскаться с ним. Как-то будет что-то лучше. Так, это у нас кто? Кузнец. Вот как раз кузнец-то нам и нужен. Разобралось как по маслу. Что нам там, что нам дали? Железо и кожу дали за это. Окей. Если что-то сломается, бегом в кузню. Все, пойдем. Типа навели порядок, короче, и погнали дальше.
хранилище взрывной волны. Я не знаю, стоит ли ее брать прямо сейчас. С другой стороны, а когда еще, если не сейчас, да? О, нормально, нормальная тема. Но она сейчас уже закончится скоро. Так. Вот здесь у нас интересная такая вещь. Получится ли, я не знаю. Но вроде говорят, что тут... Так, большая часть надписи совсем стерлась. Вы можете разобрать несколько слов. Или мужество, душу неумолимое зло. Вот здесь, как мне тоже объяснили, нужно использовать какие-то эмоции. Спасибо. И если ты их используешь правильно, отлично. Дух следует за вами, то ты типа это. Ну, видишь, что-то я сделал и какой-то бонус получил, короче. Он здесь за мной пойдет или здесь он уже со мной не пойдет? Так, здесь я уже был. Короче, нельзя квесты бросать, видишь, получается, что опять приходится проходить их. Короче, пока квест не прошел, из игры, блядь, не выходишь. Ну, не совсем, это, конечно, блин, если я половину квеста так прошел, они же бывают длиннючие. Нужно больше ярости. Блин, опять мы по бутылкам просаживаемся. Ну ладно.
большей ярости. Где тут еще какой-то хер ходит этот, блядь, деревянный? Я же его слышу. Бля, нифига, их тут 4. А чё они здесь охраняли? Почему их тут 4-то? Меч какой-то золотой дали. Понятно. Так, это мне не интересно. Это мне не интересно. Это тоже. Это тоже. Ладно, блин. Так, а у меня здесь колечечко, да? Если к украшению это добавить. Сопротивление огню. Сопротивление стихиям. Сопротивление молнии. Темной магии. А что, давай добавим. Так, пойдет. Темной магии будем сопротивляться. Погоди, я вчера пошел туда, нашел ее вон там. А здесь я не ходил. Ну ладно, мы походим. Походим, посмотрим, блин. Потому что я еще вчера такой думаю, блин, я сюда не пошел. Ну слушай, тут прям все не очень прям за нас. Тут все, блядь, против. Хорошему, конечно, от этого надо уворачиваться. Но до дурачка этого бам ушел и все. Ну ладно. Ладно, пока вроде проблем больших нету. Но все равно бы встает, вот собака. Главное не нарваться ни на какого босса, знаешь, как это может быть в Диабло. Раз какой-нибудь хер вылезет, которого ты совсем не ждешь. Сейчас ты в плену иллюзии, созданной Харадримами. Портал вызволит тебя из этой ловушки. Так, ну это мы видели вчера.
Можешь расслабиться. Здесь тебе не причинят вреда. Вот ты. Что-то вроде единомышленника. Я спас тебя в горах. Ты потерял лошадь и забрался в пещеру. Если бы не я, замерз бы до смерти. Зачем ты мне помогаешь? О, тут все просто. Ты хочешь остановить Лилит, а я хочу, чтобы у тебя все получилось. Но если будешь слушать Харадримов, ничего не выйдет. Для них все всегда заканчивается пожаром и смертью. Ну что, насмотрелся? Открывай дверь. Блин, живые ворота, прикинь. Из органики они что ли сделаны? Зачем ты мне это рассказываешь? Чтобы тебя предостеречь. Однажды Харадримы зайдут в тупик, и в этот момент лучше оказаться от них подальше. Портал перенесет тебя прямиком к девочке, которую ты ищешь. Обратно в Харадримскую иллюзию. Так, ну и вот, девчонка здесь. Кажется, я сбилась с пути, как тогда, когда мы заблудились с мамой. Путь к хранилищу обрывается здесь. Видимо, это где-то рядом, в лесу. Ну что, пойдем поищем. По идее, вообще, мне кажется, так можно фармить без конца. То есть, вот смотри. Сейчас, если я, допустим, вернусь с помощью портала, да, в город. Продам там шматье, это либо разберу. Ну, то есть, то, что мне нужно сделать, сделаю. В портал заходить не буду, выйду из игры, зайду обратно. И опять пошел все сначала. И можно эту местность, я так думаю, несколько раз проходить. Настоящий лабиринт. Решила найти. Что это такое? Серьезно, блин. Блин, ну нормально они меня так качнули. Так, отправляйтесь в хранилище Харадримов. Да там уже ходили. Что, опять что ли? Дорога изменилась. Выходит,
Статуя создавала иллюзию. Наверное, мы близко. Блин, вот эти мыши бесят вообще. Мне не нравится вот здесь... хранилище Хародримов. Мне нравятся напарники, от них толку ноль, блин. Так, поговорить с Нейрейлой, ну давай. Мы на месте? Не то, чего я ожидала. Но продолжим. Нам нужно всего лишь одно заклятие, чтобы пересечь озеро. И остановить Лилит. Что-то мне кажется, хрена с два мы его просто получим, это заклятие. Заперто. А что насчет вон того прохода? Да, пойдем в обход. Типа это будет опасно, но, блин. Дверь заперта. Угу. Ярость. Простейшие заветы и заклинания. Смотрите снаряжение С. Что оно нам дает? Опа. Ну-ка. А это плюс один к уровню всех умений категории бои без правил. А, это мне амулет дает. Здесь у нас будет то же самое. И сопротив... Ну, блин, это лучше намного, чем которая у меня. Поэтому вот так это, естественно. Отнесите Хародримскую книгу в Нейрейле. Ладно, ладно, сейчас. Давай еще что-нибудь посмотрим. Собрание текстов об местной истории, древних королевствах и забытых формах веры. И она, наверное, нам сейчас с помощью этой книги расшифрует, да? Проход вот этот, снимет вот эту хрень. Это... Кажется, это хародримский шифр. И вот это, такой же символ, как на двери. У меня есть идея. Воплощай. Отойди назад. Посмотрите дверь. Чеспит. Чат. Блин, отлично. Идем дальше. Живого нет с нами. Содержит множество статей по математике и астрономии. Каждая страница дополнена толкованиями звездных атласов и пророчеств. Приходил Донан и принес книгу. Да какую? Это свиток Виздджерея из древнейших времен. Лорд, конечно, не обрадуется.
Но если я хочу когда-нибудь сражаться с ним плечом к плечу, нужно подготовиться и изучить все, что смогу. Лорак мудр, но чересчур осторожен. Со временем я докажу ему, что прав. Ну так, если ты там стоишь, мне что, тебя на руках таскать, что ли? Вообще в твоих интересах вперед бежать. Я как бы тебе помогаю. Ну не только тебе, конечно, но, блин. Это не можем мы изучить, да? Можешь открыть эту дверь? Снова та же печать. Думаю, снять ее еще раз будет несложно, но... Почему ее использовали тут? Заодно и узнай. Конечно. Мы обязательно должны поймать Лилит. Я займусь дверью. Если разделимся, будет быстрее. Только если ты останешься с этой стороны. Ладно. Что надо искать? Ты разве не знаешь? Книгу, свиток... Все, что поможет нам пересечь Черное озеро. Чеспичат! Ой, блин, опять какую-то... Какое-то страшное место идем. Я так лучше скажу, не буду выражаться. Ну, все понимают, что я имел в виду. Кто постарше, а кто помладше, пусть для них это будет просто страшное место. Ящер, блин. Нужно подождать. У меня мало ярости. Блин, ну то прям такой скелетик был. Слушай, тут мобы пошли прям. Следуем, исследуем, все. Варианта два, либо налево, либо направо. Ooh!
И главное, бутылку не дали ни одну, блин. Вроде так нормально. А этих было бобов. Блин, ну такой себе, блин, лабиринт прям, он большой на самом деле, ну. Так, здесь я был. Да, здесь я был. Блин, что-то сейчас будет. Нам не просто так дают этот бочонок с жизненной энергией. Мне почему-то вот это вот ускользание как-то бы прокачать. Я вообще не знаю, прокачивается оно как-то или нет. Блин, очередной портал. Но я не могу в него войти, да? Да, я пока не могу. Ёб твою мать. А мне сюда нельзя было. Ты будешь ко мне или нет? А что-то она очень плохо бьет. Прямо совсем плохо. Да ну. Я еще не готов.
Мне кажется, сейчас у нее, блин, будет последняя стадия, и я вообще... Она что-нибудь еще выдумает, сто пудов. Выходи, блин, с этой зоны. Ну давай чуть-чуть мне, блин, осталось. Нужно подождать. Отлично. Зачем демону было охранять эту книгу? Нужно отнести это на Эрели. Так, на Эрели сейчас мы это все отнесем. Что мы тут получили? Так, у нас новый шлем. Но этот нам дает максимум плюс 6 ресурс ярости. Этот нам ярость не дает, да? Зато 10 к ловкости. А, блин, мы его оденем. А у нас есть камень какой-нибудь, который нам дает что-то к ярости? Ну, а тут у нас можем здоровье плюс 2 при убийстве. Плюс 75 единиц. А, это подожди. Если броня, то мы получаем плюс 3% получаемому исцелению. Максимальный запас здоровья на 2,5%, 12 показателей ушипов, здоровье, блин, опять же, прочность барьера. Блин, мне не нравится. Единственное, что могу вот это ставить, 3% к получаемому исцелению. Давай тогда так. Что у нас с этим? Блин, тут просто чуть брони больше. У меня 4,5% скорость передвижения и 3, и типу яд 15%. Нет, я не буду эти сапоги одевать. Мне они тоже не нравятся. Но это понятно, что это прям вообще не то. Так, что с амулетом? Он обычный у нас. Нафиг амулет. Топор тоже обычный. Так, ну вот как-то так, наверное. Блин, где же эта фигня еще, чтобы можно было забрать-то приз, если там ты, я что-то, конечно, выполнил. Ладно. А, что нам нужно? Принесите на Эрели пульсирующую книгу заклинаний. Вроде херанули босса, да, но книгу, понятно, мы получили за задание, а так-то мы особо ничего не получили интересного. Где она, блин?
Надеюсь, тебе повезет больше. Ты знаешь, через что мне пришлось пройти? Алло. Мне попалась эта книга. Очень интересно. Это записи Харадримов. Тут перечислены заклинания теории Ратмы, первого некроманта. Это не то, что нам нужно. Нет. Но тоже сгодится. В этой книге должно найти заклятие, которое вернет мою мать. Она знает, как пересечь Черное озеро. Думаешь, это хорошая мысль? Другого выхода нет. Моя мама нам поможет. Встретимся внизу. Так, ну квест прошли. Получается полностью. 3 из 3. Я и вправду кого-то слышала. Это были демоны? Как же так? Их же не Харадримы призвали. Да, они хранят свои тайны, но не такой ценой. Ратма, не думаю, что это просто совпадение. То есть мы нашли здесь книгу Ратмы, и Лилит идет за ним? Мама говорила, что совпадений не бывает, особенно если замешаны бессмертные. Что еще мне нужно сделать? Осталось получить благословение. Вдруг собор нам поможет. Тебе надо обратиться к праве. Так, ну что? Праве так... Праве. У праве, блин. Остальная вера. Задача. Поговорите с преподобной матерью права в Корваларе. А у нас это где получается? Капец, нам сюда топать и топать. А здесь у нас непредвиденный визит. Это уже 2. Найти запечатанную дверь. Это доп, да, задание. Ну, блин, мы идем пока по первому акту, поэтому на второй акт и третий мы пока не пойдем. Можем ли мы добраться вот сюда? Для этого мы сюда перемещаемся. Так. Ну а что, почти час. Начинать следующий квест, наверное, уже бессмысленно. Давай тогда мы, знаешь, что сделаем? Сейчас мы опять же все тут продадим. Точнее, разберем. Так, разберем. Пойдем. Тебя, отец. Чем могу помочь? Так, разобрать все, что я отметил. Окей, нормально получили. Смотри, 14 кожи, 17 кусков железа, 2 серебряных самородка, затуманенный кристалл. Вот он используется частенько. И кожа превосходного качества. Отлично.
Так, ну и все, на этом заканчиваем данную серию. И в следующей серии уже отправимся, мы все-таки попробуем выполнить вот этот вот квест. Мастер боя. Блин, через всю карту хреначить. Ну а что делать? Так, это у нас что? Собирающиеся полчища. Ну это событие легиона тут какое-то. Оно временное. Это ивент, наверное. Вот. Давай, на этом закончим. И продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.